Жертвой настоящего восстания машин стала жительница Иркутска. В собственном подъезде она зашла в лифт, и когда двери закрылись, кабина, что называется, сошла с ума. Подъемник начал произвольно ездить по этажам, затем поднялся на самый верх и полетел вниз. Женщина получила не только физическую, но и психологическую травму. Теперь управляющей компании придется возместить моральный вред в размере 20 000 рублей.